В аэропорту Домодедово сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было пресечено перемещение через государственную границу Российской Федерации партии птиц, преимущественно попугаев. Было установлено, что подозреваемые организовали перевозку самолетом через Таджикистан, Узбекистан и Киргизию редких птиц, в том числе амадинов и редких попугаев. Стоит отметить, что они включены в перечень животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Партия птиц в количестве 591 особи перевозилась в специальных контейнерах, была изъята оперативниками после получения багажа подозреваемыми. Стоимость изъятых редких птиц составляет более 1 миллиона рублей. Перевезенных птиц задержанные планировали продавать на территории Москвы, Московской области и других городов. В настоящее время птицы переданы в Центр реабилитации диких животных. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.